Всем привет! Меня зовут Кабанова Анастасия, и сегодня мы узнаем, чем талантливы наши сменовцы. Как тебя зовут? Артём. Сколько тебе лет? 9. Чем ты талант? У тебя есть какой-нибудь талант? Я люблю заниматься футболом, баскетболом. Сможешь сейчас что-нибудь показать? Да, потянуться могу. Давай. Как тебя зовут? Данил. Сколько тебе лет? 10. В чем ты талантлив? В рыбалке. Ты можешь сейчас что-нибудь показать? Здравствуй, как тебя зовут? Амаль. Сколько тебе лет? 14. У тебя есть какой-нибудь талант? Как вас зовут? Дима. У вас есть какой-нибудь талант? Ну да, имеется на виду. Меня зовут Маша. Какой у тебя есть талант? Я занимаюсь художественной гимнастикой. Молодец. Меня зовут Аня. Какой у тебя есть талант? Я рисую, а еще занимаюсь испанским. Ты можешь нам что-нибудь сказать по-испански? Me encanta смена. Как это переводится? Я люблю смену. Меня зовут Рита. У тебя есть какой-нибудь талант? Да, я занимаюсь художественной гимнастикой. Ты можешь показать какие-нибудь элементы? Да. Итак, сегодня мы узнали, что все ребята в нашей смене талантливы по-своему. Вы талантливы, я иду к вам. С вами была Кабанова Анастасия. Смотрите «Смена ТВ» и будьте в курсе всех событий!